Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Маршала Новикова. Уважаемые пассажиры, маршрут обслуживает Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Горэлектротранс». Желаем приятной поездки и хорошего дня. Трамвай следует по маршруту номер 47 по измененной трассе до конечной остановки улица Шаврова, Политехнический колледж. Остановка – улица Маршала Новикова. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – станция метро «Комендантский проспект». Станция метро «Комендантский проспект». Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Ильинцева. Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте кондуктору и водителю. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – торговый центр.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Долгоозерная улица. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – школа. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Дом детского творчества. Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте кондуктору или водителю. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка –
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Дом детского творчества. Уважаемые пассажиры, маршрут обслуживает Санкт-Петербургское государственное гуманитарное предприятие «Уралипротранс». Желаем приятной поездки и хорошего дня. Трамвай следует по маршруту номер 18 по измененной трассе до конечной остановки Камышовая улица.